Привет всем! Я тут чистоту навожу. Стекла вот эти уже помыла. Вот эти уличные, чтобы блестели. Вот эти тоже помыла. Весна уже, в принципе, можно открывать все двери. На улице вообще зашибись. Там вот помыла вот этот свою террасу. И этой хлоркой залила все. Поэтому закрыла, воняет. И вообще я пришла сегодня... Вот буквально вот так. Ну, естественно, без фартука. Вот так. Правда, вот эту кофту без рукавка даже. Она, знаете, как жилетка. Очень теплая. Потом покажу. И все. И нам не холодно было, да, Чарли? Нам не холодно совершенно было. Вот. А сейчас мы... Я себе швабру новую купила. Надо ее обновить. Вот. Полы буду мыть. Я уже подмела тут везде. Волосы везде летят во все стороны. Ой, ну что делать, парикмахерская, как иначе. И сейчас вот полотенца складываю, они у меня же высохли. Другая машинка стирается с темными полотенцами для покраски. А эти сейчас буду складывать, и все. Так, в 12:30 ко мне придет клиентка, которая точно придет. Ну, еще, наверное, кто-нибудь, который не точно. Я сейчас бегу в Лидл, в Алькампу зайду, меня муж завезет, оттуда пешком уже пойду, ему сегодня машина нужна, у нас как всегда ураган, ветер замучил, вот, нужно мне маскарпоне купить. Ягоды хочу еще купить. Я уже доела свою чернику. Она как семечки. Чук-чук-чук-чук. Вот, и вот бегу. Ветер замучил. Машину недалеко оставил. Где муж? А, он уже в машине, кстати. Моя красавица. Ее уже покорябали. Смотрите, какие-то гады меня покорябали. Дня 4 назад. Вообще... Блин, моя сладенькая. У нас вот там стройка идет. Гляньте, какая пылища. Пипец. И ветрище страшное. Ужас. Я своей тележечкой. Я вообще, по идее, хотела на машине ехать. Потому что мне для торта там нужно морковку купить. Ну и всегда, знаете, идешь за молоком, а понакупишь всего, кроме молока. Ну, муж звонит, говорит, мне машина нужна. Ну, на. Хотя у него своя есть. Но там еще замки не вставлены. Ну ладно, с тележкой. Мне, в принципе, идти тут недалеко. Вон туда немножко все. Знаете, как тут оттуда вся пылища идет. Прогуляюсь. Потом пойду я домой. С Чарли погуляю. А потом надо мне опять к бухгалтеру. Я вчера забыла 3 фактуры отнести. Поэтому сегодня подписываю. Они прутся на своем калякают. В принципе, как и я на своем каля-маля. В принципе, тепло, но ветер задолбал. Тележка у меня вот так летает. Крутая девчонка. А тут все с тележками, чтобы не выделяться от коллектива. Ладно, я поехала. Кстати, вот в эту тележку нужно либо евро, либо пол 50 сантимов. Но есть еще один трюк. Берете вот такой ключ, круглый обязательно. Пихаете. Вуаля. И ключ у вас остается в этом. Потом, когда сдаете тележку, забираете ключ. Но он обязательно должен быть круглый. То есть вот эти не попадают, не даются. А вот круглый, да, видите? И забираете тележку. Так что кто в Испании, вот такой трюк. Трюк. Фокус. Фокус-мокус. А мы идем дальше за покупками. Смотрите, даже авокадо есть лайт. Ну это вообще пипец. 30% меньше жира. Прикол. Авокадо лайт. Это как? Кстати, мягкий, хороший. Почем он? Авокадо лайт. 5 евро килограмм. Прикол. У меня дома есть 2. Так бы взяла. Манго какой-то не очень. Твердое-твердое. Папайя. Папайя мне, кстати, не понравилась. Фигня на постном масле. Не, ну вот что, авокадо лайт, это что-то с чем-то.
набрала всего. Модная такая девчонка я. С тележкой. В принципе, смотрите, я вот тут пойду, здесь никого нету. Сейчас дойду домой, пойду с Чарли гулять. Ну, тележку свою разгружу. Взяла всего понемножечку. А, еще взяла я фильтр. У нас вода закончилась. А там, где мы раньше покупали, ну, чтобы домой привозили, он сейчас не продает такую литровую бутылку. А большие 6-литровые как-то нам не надо. Я купила фильтр. Ну, такой этот, кувшин. С фильтром. Я вообще воду не люблю. Не пью. Я пью всякие чай. Вот, чай купила себе. Фруктовый, по-моему, банан и этот, черешня. Пробую. Вот, а воду так, чтобы пить, я не люблю. Видите, у нас тут стройка идет. Фью-фью-фью-фью. Этот пустырь тут стоял лет 10. А сейчас, ой, мамочки, напугал. А сейчас вот в прошлом году построили вон тот красный. И вот, наверное, в этом году тоже закончат. Кстати, а квартиры уже все проданы, представляете? Вот тебе и кризис. Так что вот так, сейчас пойдем гулять. Все, приехала, сейчас поеду гулять. Вот что купила. Для торта купила морковку, ананас, немножко клубнички. В принципе, за вот это я ходила, за чернику. Представляете, в прошлый раз говорю, о, ведро понадобится. Классно. А ведро-то дырявое, видите, с дырочками. И тут дырочки, везде дырочки. Так что на выброс только. Вот, пирог буду делать из лавашей вот таких, сыра, сметаны и зелени. Должен быть вкусный. Творожки взяла, вот малиновый и вишневый. Очень люблю вишню. Вот такой я взяла чай. Не знаю, попробую. Сейчас приду, погуляю, попробую. Досточку взяла. Она по 2 евро бамбуковая. У меня там есть одна, ее надо выбросить. Она у меня расклеилась. Сыр. Ну, творог на завтрак с этой, с ананаса. Я брала с лесными ягодами, не очень понравилось. А вот с ананасом очень вкусный. Вот такие булочки мужу взяла с этим. Ему нравится с вареньем из... Ой, ну как оно, тыквенное варенье. Я это ненавижу, не тыквенное варенье. Но булочки-то еще можно вкусненькие. Помидоры для салата. Здесь разные есть для салата, есть для гаспачо. Для салата идут вот такие зеленоватые. Ну и в принципе сам этот фильтр... Ну, как этот? Вот это. Чтобы воду пить. И все, идем гулять. Сейчас переодеваюсь. В Лидл не зашла, потому что тележка была полная. Думаю, мало ли меня воруют или что. Фиг его знает. Чарли уже ходит около двери. Знает, что мы сейчас пойдем. Так что все, отправляемся гулять. Ветер, но очень тепло. Вы знаете, дома намного прохладнее. Хотя 20 градусов дома. Странно. Или я мерзлячка, фиг его знает. Нет, скорее всего, я, наверное, мерзлячка. Мерзну, видите? 20 градусов на улице. Оксана с шарфом. Зато тут вот. Вот так, в штанах. В этой. И ничего. Мне не... Да, сладкий мой, сейчас пойдем. Сейчас пойдем. Сейчас мамочка все спрячет и пойдем. Что вот так ждут. У нас уже глубоко за 6 вечера, скажем так. Я сейчас чай себе
заварю. А, я же вам не похвалилась еще. У меня, я забыла сказать вам, что я купила. Я купила для чая. Ай, правда, у меня тут вон не вмещается вот такую штуку. Вот тут у меня Иван-чай, он еще с России. Вот тут у меня чай с чабрецом. И вот целая коробка с чаями. Смотрите. Ой. Сахарозаменитель. Все-таки. Вот целая коробка с чаями. Вы посмотрите, какое богатство. Вот этот я сегодня купила. Вот. Какой же мне сейчас попить? Даже я не знаю. А, я знаю, я же ройбуш. Видите, вот этот ройбуш пью. С имбирем. Короче, я хотела, чтобы все у меня кулюторно было. Слово интересное, да? Это мое. Кулюторно. Но кулюторно не получается, потому что ничего ни хера, извиняюсь за выражение, не умещается. Что-то у меня много этих чаев развелось. Ой. Так что я туда добавляю имбирь. Кстати, будет уже вода у меня тут. Сейчас вас... А, я знаю, вот сюда поставить можно. Я бурная девчонка. Хочу... Блин, ну что тут не помещается? Всего дофига и нифига. Иди отсюда. Освободила. О! Беру имбирь вот такой. Я его даже не чищу, ничего. Вот такой заварничек. И вот так вот прям отрезаю. Вот так тоненько. Штучки две вот таких колеса. Вот так. Добавляю туда пакетик ройбуш. Это с ванилькой. Видите? М-м-м. У меня мята еще есть. Танькина. Кучку-ду, три колодца. Мята, Данина, а и лимон. Смесь такая у меня ядерная. И лимончик. Прямо вот так. Все по-простому. Вот туда все понабухало. Теперь все это заливаем кипятком. Это мой ужин. И пускай все это настаивается минут 5. Потом я добавлю меда немножечко, одну чайную ложечку. И вот такой коктейль витаминный у меня получается. Потом не болею. Кстати, я в этом году ни разу не болела. Наверное, потому что столько витамин пью. Вот, что еще хотела сказать. Спасибо вам большое за все ваши комментарии. Такие они все приятные были. Очень рада всему этому. Очень рада, что вам понравилось мое видео. В принципе, да, оно было обычное, да, не знала, что интересно кому-то будет моя, в принципе, обычная жизнь, да, ничего в ней такого нету, но все же, всем вам спасибо огромное, было очень приятно читать и вообще, прям, знаете, как-то все по-дружески так, вот, у меня все без прикрас, обычная жизнь обычных людей, вот так. Скоро уже... Ой, а что это? Треснул, что ли? Новый? Он же новый. И уже треснул. Ну, представляете, вот что делают, а? Пипец. У меня батарейка садится. Так что хочу вам всем сказать большое вам огромное человеческое спасибо. Мне очень было приятно. И что я могу еще сказать? Слов нет, одни эмоции. Буду пить чай, смотреть свою любимую передачу, потому что началась у нас там футбол. По одному телевизору футбол. Как он мне надоел. Хотя я его не смотрю. А у меня тут передача «Остров». Ну, не «Остров», а вот эти вот там, как он называется. Здесь супервивенты, выживающие, типа того.
Вот, мне очень нравится так, знаете, посмотреть на ночь глядя ни о чем. Вот, всего вам самого хорошего. Пока-пока и до завтра. Не забывайте подписываться на меня и ставить колокольчик, иначе пропустите мое видео, мою частичку жизни.